Привет, с вами Талька Магнезит, с вами Александр Гребенец, и мы находимся в гостях у Туликиви, и сегодня мы будем тестировать кухонную печь-камин в роли духовки. Будем готовить пиццу и овощи. Значит, духовка показывает у нас 270 градусов, может быть чуть ниже, потому что мы ждали, пока все соберется, организуется. И сейчас представим вашему вниманию, это Евгения. Здравствуйте. Маркетолог компании Туликиви. Представляем вашему вниманию ингредиенты, да. Это все нам нужно для чего? Для того, чтобы приготовить замечательное блюдо под названием пицца вот в данной печи. Да-да. Кухонная печь ЛУ-28-00-13. Вот так вот. Но по сути это просто кухонная печь-камин с духовкой для любого клиента, который хочет себе не просто камин, а еще чтобы она функционировала как духовка, да? То есть он очень аккумулирует долго тепло, поэтому температура сохраняется почти полутора суток. Пиздец, как горячо. Пицца – это наш авторский рецепт. В общем-то, он довольно стандартный, просто в нашей печи. Кстати, ребята, я хотел сказать, что, скорее всего, вы не запомните маркировку данной печи. Она будет в ссылке в описании под видео. Если кого-то заинтересует данная модель, можно будет по этой ссылке зайти на сайт Туликиви и ознакомиться с ценой. Нужно почистить чеснок, порезать и оливки порезать. Значит, мы намазали лист для пиццы пастой, поперчили чуть-чуть. Теперь мы посыпаем это дело сыром. После чего мы положим сверху ветчину, оливки и запустим все это в нашу чудо-печь. Мелкой моцареллы не было, купили шарики, мы ее также порежем и разложим на блин. На пиццу? Да, на блин пиццы. Мы берем тесто, сверху мы промазываем его слоем пасты томатной, можно томатный соус взять. Те, кто любит поострее, можно сразу же немножко это дело поперчить. А поострее любят все, поэтому мы перчим максимально перчено. По-взрослому. Да. Далее идет сыр. Затем мы берем мясо. Отправляем пиццу в печь. Засекаем время. Так. Время пошло. Идеальные условия для приготовления пиццы – это температура 280-300 градусов. Но так как мы тут долго очень разговаривали, готовились, температура печи немного упала. Она сейчас 250. И при идеальных нормальных условиях нужно время 3-5 минут для выпекания пиццы, то в данном случае нам понадобится минут 10. Опа. Готово, ребят, смотрите. Понадобилось нам 10 минут. Температура 250 градусов, 10 минут и пицца готова. Итак, дорогие друзья и подписчики нашего влога, наконец-то наша пицца готова, которую мы приготовили в печи Туликиви. Ссылку на название печи, ее модификацию и цену смотрите в описании под видео. Пицца получилась замечательная. Ребятушки, я, с вашего позволения, испробую. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, зовите в гости, приедем и подружимся. Пока!